Алло, за компьютер сядь. Я за компьютером. Отлично. Я загрузился. Она не дала мне ложечку борщика попробовать, и теперь требует от меня воды. Так, ребят. Да, я забыла. Я забыла. Ты загрузился? Кронная палочка. Да. Я вижу генератор, я иду чинить. Я не вижу генератор. Нет, я вижу генератор в поле. Так, я чиню. Есть. Юль, ты нашла генератор? Опять призрак. Это... Чините уже. Я уже чинил. Я ищу. Я нашел. Так. Я починю. Юля, давай, правой кнопкой пробел, найди генератор. Нахуй ты шифтуешь, блядь. Я нашла логово. Да нахуй тебе логово, ящики, ты генератор отчини. Я логово починил. Я на второй этаж иду. Я нашла убийцу. Ты нашла? А, он сразу в колокол звонит, типа, блядь. Он идет сюда. Да, я починила. Типа, блядь, ребят. Он звонит в колокол, типа, дайте поиграть, говорит. Да-да-да. Понял, что сейчас проебет. И такой сразу, давайте, типа, мирно жить. Слышишь? Да, там ходит, трезвонит, блядь. Сань, генератор здесь. Я пытаюсь подобрать, да. Я нашла убийцу. Я бегу от него. Начал в колокол звонить, сука, блядь. Я съебалась. Это ржать. Понял, что за нахуй. Леопольд, нахуй. А на нас смотрит своим окно, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Вылез. Идет. Блядь, я бахнул, сука. Пошел ты нахуй, блядь. Мы сейчас дочиним и съебываемся, нахуй. Он даже не играет. Да потому что он знает, что он проебет, блядь. Ребят, я дочиниваю пятый, ребят, ворота ищите. Давай, давай. 15 секунд. Хуй ему, короче, я не буду. 15, он подходит сюда. Он идет. Давай, я тебе помогу, блядь. Иди сюда. Ребят, я возле ворот стою. Стой, я иду. Дочинивайте. Так, я хочу фиолетовый инструмент забрать с собой. Давай, Рус. Так, где ворота? Вон ворота, я Русь, открываю, побежали. Я открываю, ребят, я открываю ворота. Побежали, кто? Давай, давай. Давай. Ну мы не знаем. Не, я другие открывает. Я напротив логова, который открываю. Открывай. Сваливай. Мы другие открываем. Сразу такой Леопольд, блядь. Я так, наверное, назову, блядь. Ребята, давайте жить дружно, блядь. Призрак Леопольд, блядь. Понял, в чем дело, нахуй. Юля, ты открыла? Да, я-то там чиню, он смотрит. Вали нахуй, уходим чё. Нет, почему? Он психует, он стоит. Вали мы? Да. Этот свалил, Юль, давай тоже вали. Да сейчас это там дочинил, он стоит на меня смотрит. Психует. Давай, это будет самая быстрая карта. Это было эпично. Это очень сколько больно. Он очков заработал? Ну-ка. Ноль. Он на 1000 очков заработал нормально. Ну, за погоню. Куда вы все? Ага. А, он предлагал. Куда вы все бежали? Мы три генератора вжали в этот момент, я пишу. Я вам предлагал другое, говорит. Конечно, у него выбора нет, блядь. У него выбора нет. Я вас не понимаю, говорит. На свидули, короче. Типа он изначально так планировал, ага. Что-то изначально он колоком не бил, он нас искал, бегал, блядь. А тут как только три генератора отчинили, сразу начал в колокол бить, блядь.
Ой, блядь, хитрые какие все. Изи. Так, мне осталось. Блин, мне нужно 13 штучек, чтобы я в храме себе купила какую-нибудь парашу. А я не хочу на этой неделе ничего покупать. Но у всех по-разному появляется же. Есть видеть ауры союзников в радиусе 12 метров, Юля, прям для тебя перк, блядь. Угу. Ты вот я ее хочу. Ты меня под носом прям теряешь, знаешь. Юля, пойдем за мной. 10 секунд проходит. А ты где? Ты же только что была здесь, знаешь.